Швейцария, Берн. Самый, можно сказать, исторический центр города. Здесь все напоминает о былых временах. Смотрите, кругом. Кругом здесь рыцари, кругом фонтаны. Фонтаны, при том, какие все питьевые. Не... Притом в фонтанах в этих используют еще под то, чтобы охладить, видите, охладить вино. Течет вода, охлаждает вино. А вот здесь вот все, что происходило за все это время. Обратите внимание, какие сильные были швейцарцы. Они раньше руками просто рвали тигров на части. Руками рвали тигров на части. И так было повсеместно. Поэтому Швейцария одна из богатых стран, потому что они просто могли порвать любого. Любого порвать на мелкие кусочки.